верные служители владыки Боэтии. Ты здесь, чтобы испытать себя? Повелитель интриг. У госпожи много. Имена не значат ничего для госпожи. Она заботится лишь о тех, кто готов сам позаботиться о себе, чей дух полон. Если ты желаешь узреть нашу темную госпожу, вот что тебе нужно сделать. Во-первых, докажи, что твой язык способен лгать. Найди человека, завоюй его доверие, приведи его в святилище. Затем скажи своему пленнику коснуться жертвенной колонны. Магия захватит его и лишит силы к сопротивлению. Затем, не колеблясь ни секунды, вонзи ему в сердце ритуальный клинок так глубоко, чтобы воды его сердца омыли лезвие. Если твоя воля будет достаточно сильна, Боэтия услышит нас и явится перед нами. Посмотрим. Но если так, и если Боэтия явится, мы примем тебя в свои ряды. Если хочешь привлечь внимание Боэтии, тебе нужно убить раба в ее святилище. В тебе была слабость, и теперь ты... Зачем нанимать обычно? Похоже, у тебя уже есть помощник. Я пойду с тобой, но твоему спутнику придется уйти. Что скажешь? Нет, нет, Марамал. Похоже, у тебя уже есть помощник. Я пойду с тобой, но твоему спутнику придется. Если передумаешь, найди меня. Если передумаешь, найди меня. Подними флягу и отпразднуй. Хватит, Марамал. Волвуль, я тебя всегда так рада. Показывай дорогу. Если хочешь привлечь внимание Боэтии, тебе нужно убить раба. Понятно. Ладно, понятно. Зачем тебе понадобилось убивать того, кто доверял тебе здесь, в моем святилище? Милость? Мое расположение — это... Мне следовало бы убить тебя за дерзость. Что от тебя еще может быть прок. Скоро узнаем. Слушайте, все вы! Услышь меня! Мне нужен воитель. Мне подойдет только самый безжалостный, хитрый и коварный. Вы собирались здесь ночь за ночью, принося на мой алтарь глупцов и бесцельно ссорясь между собой. Но кто из вас воистину превзошел остальных? Скажите мне, что вы достойны. У меня будет особое задание для того из вас, кто уцелеет. Убийца! Проверьте темные углы! Напрягитесь! Просто! Зараза! Пощадовай! Давай! Проклятье! знаю, ты проявляешь ловкость и ярость. Теперь пришло время решающего испытания. Сможешь ли ты забыть про честь и нанести удар из-под тишка? Очень точное замечание. Скайрим – прекрасная и суровая земля. Но здешние люди слишком цепляются за свои нелепые понятия о чести. Мой прежний воин стал недостаточно хорош для меня. Пора его заменить, так как того требует обычай. Его укрытие находится на хребте Острия Ножа. Там он разыгрывает из себя короля бандитов и грабителей с большой дороги. Какое-то время он был мне полезен, но это время подошло к концу. Он использует мои дары для развлечения. Я не потерплю, чтобы он развлекал кого-либо, кроме меня. Убей всех членов его шайки до единого. Сделай это тихо и незаметно, насколько возможно, потому что тут дело не в тебе. Ты всего лишь мое орудие. Убей его, хладнокровнее хладнокровного. Лиши его роскоши защищаться. Когда его хладный труп падет на землю, и все следы его приближенных будут стерты, забери мою иванитовую кольчугу. Это дар моему истинному воину. Да проложит тебе путь твоя воля. Вот ты где! Этого хочешь, а? Помоги нам! Лучше пойду мне. Что это было? Да стой!